полторы тысячи метров мужчины. Молодежный первенство России. Сильнейший забег. Чашин чемпиона на 800 метров. 13-31 Толоконников вырывает победу в соревнованиях. Итак, первое место Валентина Косолапова, 13-31 лет. На втором месте остается Елена Дрожжиева, Москва, 13-28 сантиметров. И на третьем Диана Атаськова, 13-4 сантиметра. Андрей Попов, Смоленский театр, а на второй позиции Константин Плохотников, лидер зимнего сезона. Сезон там 3 метра, 45, 24, 40 секунды. Лучший результат в первом забеге 55-50. Итак, смотрим Константин Плохотников. Константин Плохотников. Он очень хотел победить на дистанции 3000 метров. Посмотрим, как удастся на 3500. Так вот, Константин Плохотников пошел. Мы видим, на первом месте сейчас идет Константин Плохотников, бежит. Прошу прощения, что я путаю, немножко уже устал. Так, Плохотников. Так, идет, ускорил. Ускорение идет. Итак, мы на партнерном заключении круг. Итак, кто все-таки? Двое. Итак, двое спортсменов. Итак, кто будет? Итак, смотрим. Итак, смотрим. Два спортсмена. Разыграют звание чемпиона России. Итак, кто все-таки? Сергей Петров. Все-таки доказывает, что он сильный. Тот самый дисквалифицированный спортсмен. Метров сегодня он побеждает. Снова побеждает, но в этот раз, видимо, у судьи не будет возможности предъявить какие-то нарушение спортсмену. Сергей, молодец. Так держать.